Всем привет, с вами Кодал, и сегодня мы, как всегда, будем говорить с вами о криптовалютах. А конкретно именно сегодня я вам расскажу, какие нужно купить криптовалюты именно сегодня. То есть, какие криптовалюты упали, которые можно купить, и они завтра вырастут, собственно, и вы на этой разнице заработаете, да. Это я так вкратце, так простенько объяснил для новичков. В общем-то, давайте начнем, не будем затягивать, а начнем, какие вообще купить можно монетки, криптовалюту и так далее. Первое, что бы я советовал купить на сегодняшний день, это, конечно же, Terra Luna. Потому что, видите, пожалуйста, вот видите, 15%, ой, $15 она сейчас. Я полагаю, что это всего лишь начало. Вот она сейчас упала, видите, да, сами видите, она упала неплохо так, да. И вот продолжает по чуть-чуть падать. Но это все абсолютно точно временно. Это такая вот скидочка, которая, собственно, позволяет вам купить по дешевочке, можно сказать. Потому что вы сами видите, вот она упала. Сами все видите. Собственно, вы сейчас можете купить ее по $15. В будущем она будет, конечно, 20-25. Это вероятность этого очень-очень велика, безусловно. Поэтому я ее лично купил. Пожалуйста, вот вам демонстрирую. Купил я Terra Luna не намного, на $10, так, чисто для теста, потому что сейчас деньги немножко в другом находятся обороте, да, если это можно так сказать. Вот, купил, тут не совсем хорошо видно, но вот сейчас история ордеров, вы сами вот видите, купил я всего 0.63 этих вот лун, вы сами понимаете. Следующее, идем дальше, и у нас это, конечно же, монетка клей. Монетка клей, Клейтон, она называется по-нормальному, вот, сейчас она стоит $3, 0,6 центов, и вот падает, продолжает падать, падает на, сейчас на 5% она упала за последнее время. Переходим к графику, и вы сами видите, она падает, падает, падает. Тут все очень так интересно, интересненько выглядит. Почему я так считаю? Потому что вот, пожалуйста, 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 очень подобные вот эти вот переходы, да? Вы сами видите, вот, один, второй, третий, и они очень похожи. Скорее всего, она сейчас вот тут вот так чуть-чуть побудет внизу и пойдет дальше вверх. Это очень-очень вероятно. По крайней мере, если не так, то вот сюда она может вполне спокойно прийти. Это я так вкратце объясняю, что я думаю. Это, конечно, только лишь мои размышления. Ну и не только мои, и других, собственно, профессиональных экспертов. Я читаю других, смотрю других и читаю других профессиональных экспертов в трейдинге. Черпаю оттуда информацию в том числе. Вот. Ну, Клейтон я бы советовал к покупке на данный момент, потому что он сейчас упал, и можно его купить. Это значит у нас Клейтон, да, идем дальше, и как бы странно это ни звучало, но да, я советую вам даже сегодня купить Кардана. Купить Кардана, потому что вы вот сами можете посмотреть, пожалуйста, вы можете сами посмотреть, давайте лучше сюда перейдем, тут мы с вами зайдем, откроем тут с вами Кардана, потому что тут как бы лучше видно, нагляднее можно посмотреть. Ада она называется, кто не знал. Вот, вот, пожалуйста. Вы сами видите, как она упала за последнее время. Вот, 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 вот. Вот упала, вот была аж тут. Но можно купить сейчас по скидочке. Считаю, что это хорошая скидка. Вы сами видите, что упала она неплохо. Думаю, что в будущем она будет расти. Ну, конечно, не так, как я показываю условно, да. Вот, я думаю, что Кардана можно покупать, можно покупать. Это, в принципе, неплохой вариант. Итак, что я уже говорю, Кардана можно купить, Клейтон можно купить, Луна можно купить. Еще я бы советовал, ну, в общем-то, могу вам еще предложить еще одну монетку. Так, наконец видео, это Нео, 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 Нео. Откроем сейчас с вами Нео. Вот она. Вот она, пожалуйста, смотрим. Она идет сейчас в рост, но я предполагаю, что это только начало. Это только начало, потому что вы можете хотя бы тут посмотреть, какие у нее охеренные показатели были, да. Я думаю, что вот это для Нео начало, ее можно покупать в долгосрок. На данный момент, кто из вас рассчитывает на долгосрочную инвестицию в крипту, то Нео я бы советовал
рассмотрению, безусловно, потому что, ну, очень-очень неплохо она себя показывает. Ой, не то открыл. Так, Neo USDT, вот, пожалуйста. Вот она сейчас чуть-чуть проторговывается, но она должна, в принципе, в будущем идти дальше по своему росту. Но это, конечно, вы сами решаете, как вы к этой монетке отнесетесь. Можно брать, можно не брать. Это, конечно, все на ваше усмотрение, безусловно. Но я вам посоветовал вот так вот пару монеток. Давайте еще одну, которая сейчас тоже так вроде как можно купить и не потерять деньги. Это суши свап. Вот, пожалуйста, на $15 процент и 1.71% она упала сейчас. Вот эта вот монетка суши свап, вы сами видите. Ну, тут она так прыгает вверх-вниз, да. Можно, в принципе, ее брать. Кто, в принципе, готов на долгосрок инвестировать, вряд ли она прям будет давать большие иксы в ближайшее время. Мне кажется, что нет. Но долгосрок вполне себе перспективненько. В общем-то, на сегодня все. Я думаю, что я рассказал, ну, достаточно информации для того, чтобы вы ее обдумали, для того, чтобы вы ее осмыслили. Поэтому будем на сегодня, я думаю, заканчивать. Назвал вам примерно 5 монеток, которые следует вам поизучать, посмотреть и, может быть, что-то из этого купить. Я лично, конечно же, купил бы все эти монетки, если бы имел достаточно средств для этого. Но, к сожалению, весь рынок не купишь. Поэтому я рекомендую вам, собственно, их покупать. Поэтому Луну я из этого всего купил, но остальное уже могу только лишь вам советовать. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет много вот таких вот сигналов, которые по крипте, которую надо купить, которую можно купить. Так что лайки прожимаем, подписываемся. Спасибо за просмотр. С вами был Кодал. Всем пока.